В этом году более 300 детей-сирот Подмосковья уже были обеспечены жильем. Свою лепту в это благое дело вносит и администрация Ленинского городского округа. Очередных обладателей собственных квартир с новосельем поздравил глава муниципалитета Алексей Спасский. Фамилия, имя, отчество и подпись нанимателя. Перед торжественной частью ребятам нужно соблюсти обязательные формальности, заполнить и подписать необходимые бумаги, чтобы без проблем пользоваться собственной квартирой. Таким образом, администрация округа реализует государственную программу обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Пока в квартире я не была, но видела ее по фотографиям. Вот, мне она безумно понравилась. Мне не надо кухню покупать. То есть там есть кухня? Да. На этот раз администрация решила не останавливаться. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский торжественно вручил молодым людям в подарок сертификаты на получение телевизора. Еще одной заботой у новоселов станет меньше. Жить ребята будут в новых квартирах в микрорайоне «Пригород Лесное». На моей памяти первый год, когда мы заканчиваем эту миссию благородную, да, предоставление квартиры не в декабре, как правило, 32 декабря на флажочке мы это делали, а вот в сентябре, да, мы последняя квартира, у нас 9 человек, таких же, как вы, мальчишек, девчонок в этом году. Пятеро ребят Ленинского городского округа в этом году предпочли получить жилищный сертификат, на который они смогут купить жилье в любом муниципалитете Подмосковья.